Добрый день! Представляем вашему вниманию лот Ео Микс Крем Лето. Подробности смотрите в ссылке под описанием. Этот лот у нас достаточно яркий, очень разнообразный, и мужская, и женская одежда присутствует. И начнем мы с костюмчика Adidas, это 36 размер, брючки. И здесь 38 написано размер, это олимпийка. Рубашка мужская элька, хлопок, длинный рукав. Здесь XL размер, практически фланелевая, очень плотная рубашка мужская. H&M S-ка, это платьишко у нас трикотажное, тоненькое. XL размер здесь, это блузка. Леггинсы в рубчик M размер. И к ним топ, тоже эмочка. XL размер платье, хлопок, свободное очень, такое тоненькое, летнее. Бомбер S-ка, это H&M, тонкий, с подкладом. Эсмара, 38 размер, брюки с пропиточкой, тонкие, на резинке. Бершка. S размер, футболочка, хлопок. Здесь кардиган, даже как жакет удлиненный, L размер. 38 размер. Здесь кардиганчик на пуговицах. 18-20 размерчик, это футболка, сетка с подкладом. M-ка, рубашка, хлопок. M-очка. Это платье-футболка с кулиской на поясе. Спортивный трикотаж. 38 размер юбка с карманами спортивная. 36 размер джемпер. Высокий воротничок, стоечка. Очень красивый, приятный на ощупь. Здесь на 14 лет вот такие бриджи джинсовые. XS размер. Платье на тонких бретелях в рубчик. Здесь элька, маечка L. Эмочка, это шифоновая блузка. L размер, спортивный трикотаж от Чибо, футболка. Томми Хилфигер, M размерчик, рубашка, длинный рукав. Здесь футболка трикотажная, 36 размерчик. Юбка плотный атлас элька, ниже колена, наверное, длина будет, такая пышная юбочка очень плотная. S размер, это поло, удлиненный рукав немного. Так, здесь у нас S-очка, скорее всего, это толстовка с капюшоном и на флисе утепленная толстовочка. Дальше у нас декатлоновская футболка, спортивный трикотаж от Календжи, и это XL размерчик. Брюки 38 размер, тоненькие летние брючки с поясом, XL джемпер. Короткий рукав элька, хлопок, юбка 34 размер. Тянется стрейч, коротенькая, мини, совсем мини. Том Тейлор, элька, хлопочек. Эсприт, эска, джемпер, тоненький-тоненький джемпер, рукав 3/4. Здесь на 146-152 толстовочка укороченная. Внизу на шнурке. На 140-152 танковка. Немножко расклешенная к низу. Это топ на тоненьких бретелях. М размерчик, как атласный, с кружевом. S Oliver, 34 размер юбочка. Сетка с подкладом. Здесь XS кардиган, немножко удлиненный, с карманами плотный. XL размер Zara, джемпер, хлопковая нить, но тянется при этом достаточно хорошо. На 158 юбка. Детская, можно сказать, подростковая, 60 размер.
футболка, спортивный трикотаж, высокий воротничок. Adidas. Это у нас 34-36 размерчик. Вот такие бриджики с резинками внизу. М-ка майка, хлопочек. Здесь джемпер, свободный крой. И это L размер. Спортивный трикотаж. Тоже L-чка заявлена. Шифоновое платье. Без рукавов и без подклада. Очень тонко. Возможно, это как туника. И размерчик S. Атмосфер. 38 размер. Это как джемпер, только рукавчик короткий. М-ка майка. Хлопок. Том Тейлор XL размер. Это танковочка. Рукав 3/4. Тоненькая. XL размер. Здесь футболка. Хлопок. Гант. М-очка. Заявлена М-очка. Это у нас поло. Тоже удлиненный немножко рукав. 46 размер. Шикарное платье. Очень красивое. Штапельный материал. Очень легкое. И резинка на поясе. Без рукавов. Шейн М-ка. Танковка. Здесь 36-38 размерчик. Удлиненная майка. Хлопок. Манго. С-ка. Это тоже у нас кардиган. Материал похож на спортивный трикотаж. Здесь вот такая красивая танковочка, блузка велюровая. И это размерчик у нас SM, наверное, вот так. Не указан размер, к сожалению. Футболка поло, спортивный трикотаж M-ка. А здесь Zara, и это M размер. Очень тоненький такой, в рубчик, маечка. 38 размер. Танковочка удлиненная, как туника с рукавами. Здесь М-ка. Спортивный трикотаж. Тоже М-очка. Спортивный трикотаж. М-ка. Футболочка. Хлопок. Внизу резинка. Здесь L размер. Это джемпер на запах с пайетками. Здесь шейн М-ка. Шорты без подклада, как шифоновые, тоненькие. 38 размер платье, примерно до колена длина, хлопок. S размерчик. Это у нас свитшот тоненький. 3XL блузка с пайетками. Джина Биноти S-ка. Шифоновая блузка, вот такая, как тоже удлиненная немножко. И с подкладом. Подклад маечка с пайетками. Здесь М-ка. Это жакет. И, ну, как на куртку похож немножко, на кожаную. XL размер. Шорты хлопок. Либо это трусы мужские. Либо, ну, то есть для трусов они прям шортики, наверное. Вот с разрезами. Очень такие приятные на ощупь. Хлопковые. М размер, это жакет трикотажный. Элька. Джинсы, очень красивый цвет. Бенетон. Здесь детский размерчик. Так, на 140 сантиметров пола. Хлопковая. Элька. Это джемпер. Рукавчик короткий, примерно до локтя. Очень мягкий. Евро 44-46 размер. Футболочка без рукавов. Блузка шифоновая. Это H&M 36 размер. С подкладом. 48 размер. Майка хлопок. Здесь у нас Baby Doll. Евро 40 размер. Ну, L-ка заявлена. Вот. Есть чашечки. Клямочки регулируются тоже. И вот такая кружевная. Очень красивая. Так, 32 размер и 32 длина. Джинсы, мужские, похоже, джинсы. Рубашка очень красивая, яркая, 48 размер. Это
Марко Пэтчи. Тоненькая, тоненькая, очень тонкий хлопок. Так, 36 размер. Болеро, рукавчик 3 четверти. Гэс Эска, хлопок. 44 размер. Бриджи джинсовые. 24 размер. Заявлен, это атласная блуза без рукавов. Очень красивая. Здесь 16 размерчик. Брюки с ремешком. Прямой крой, достаточно широкие брючки. И это хлопок тоненький. 42 размер. Рубашка. Брюки Puma. И здесь у нас XL. Так, сейчас, секунду. 46 размер. 46. Вот. Здесь затягиваются, судя по всему, на коленках. Они без подклада, тонкие брючки. Здесь М-ка. Толстовочка. Без утепления, по-моему. Да, петелька внутри. 38 размер. Это Эсмара. Расклешенные немножко от колена джинсы. Рубашка очень плотная, фланелевая. Элька. Так, Найк. Это на 152-158 шорты. Без подклада, удлиненный немножко. 2XL размер футболка. Шорты Puma Эска. Это 44-46 размерчик. Они с подкладом уже идут. То есть там как трусики внутри. Это спортивный трикотаж. 2XL размер здесь. Плотная футболочка. Платье H&M 36 размер. Платье-сарафан. М-ка. Брюки спортивные. Без подклада. Такой достаточно тяжеленький спортматериал. S-Oliver. Так. На 164. Похоже. Бермуды. Ну вот, да. 164 написано. Размерчик. Шейн М-ка. Это сарафан шифоновый. Вот так вот на запах. Очень тоже такой летний, невесомый. XL размерчик. Это платье. Ну, как трикотажное, больше домашнее, наверное, платьишко. А здесь XL заявлен размер. Шорты Adidas. Тянутся хорошо. Gildan XL размер. Юбка 14-16 размер. Тоже юбочка трикотажная, тянется. 58-60 размерчик здесь. Это брюки. Брючки тоже трикотажные у нас, тоненькие. Элька. Очень теплая толстовка. С тепленьким капюшоном, с начесом. 31 размер и 30 длина джинсы. И толстовка Reebok XL размерчик. Это спортивный трикотаж внутри с начесом. Воротничок высокий достаточно. А вот так. Это еще не все. Сейчас будем смотреть дальше. Так, а дальше у нас маечка. Маечка трикотажная в рубчик, очень хорошо тянется. С люрексом, красивая, нарядная. Вот такая с рюшечками. И это SM размер. Джинсы Pull&Bear 44 размер. Вот такие мамские. Так. Здесь ветровка мужская. И размерчик. Так, сейчас, секунду, посмотрим размер. Это
54 размер. Она как под замшу, такая очень приятная на ощупь. И еще с подкладом. Джинсы H&M 42 размерчик. С принтом. Здесь элька. Блузка. Ну, это все хлопочек. Рукав 3 четверти. H&M S-ка. Шорты. Утепленные с подкладом, с начесом. Евро 40-42. Здесь булочка. Шорты. Кривит. S-ка. Внутри, видите, вот такие, как велосипедочки. Сесиль. Штапельная блузочка, как футболочка. И размер, я думаю, здесь элька. 42 размер. Шорты удлиненные, джинсовые, плотные. Здесь у нас XL размерчик. Это вот такая блузка-рубашка. Евро 50 размер. Это тоже H&M брючки. Тоненькие брючки. Очень приятный такой материал. Жакет. Извиняюсь. Жакет с подплечниками небольшими. Очень красивый подклад здесь. И это 36 размер. И цвет, конечно, очень красивый. И форма жакета притальная. То, что сейчас как раз на пике моды. Опять же, у нас пришло все это. S размер юбочка. Тоненькая. Под джинс, но она очень тонкая с подкладом. 36 размер. Это H&M платье. Шифоновое с подкладом. Эсмара М-ка. Вот такие вот брючки. Очень хорошо тянутся. Плотные. Gildan XL. Хлопок. Марка Polo. Юбка фланелевая. Размерчик. Здесь, конечно, нам, наверное, не найти. Но это, я думаю, ML размер. Вот. Сейчас посмотрим. 40 размер. Вот такая вот юбочка. С подкладиком. 30 размер. Джинсы. Плотные. Футболка 2XL. Размерчик. Резинка на воротничке. Плотная футболочка. Хлопок. Здесь платье Only 34 размер. Очень красивая сетка здесь с вышивкой и подклад. Естественно, тонкие бретелечки. 170-176. Это брючки без подклада. Имеется пояс XL размер. Рубашка спортивная. Спортматериал здесь. Тянется немножко, как бы так, чуть-чуть тянется. XS размер. Это свитшот укороченный от H&M. Петелька внутри. L здесь. Элечка. И немножко, да, с начесом толстовка. 2XL. Танковочка Tom Taylor. Очень классная, плотная, хлопок. 3XL. Здесь майка. Майка. Спортивный трикотаж материал. Сорок четыре, сорок шесть размерчик. Это как тоже как танковка, но рукав немножко укорочен, то есть рукав до локтя примерно. М-ка, платье футболочка, очень легкая. Рубашка без рукавов манго. S размер, очень тонкий такой масштабный материальчик. М-ка, тоже танковочка, рукав 3/4. 40 размер. Street One танковка. Здесь эмочка, скорее всего, тоже танковочка. Брюки 36 размер, спортивный трикотаж, плотненькие. Внизу есть резинка, не тугая такая, немножечко прям присборена. Здесь 40 размер, это платье шифоновое с подкладом, с кружевом, без рукавов. 16-18 размерчик. Футболка, спортивный трикотаж. Здесь это либо топ, либо юбка.
размерчик XSS. Вот, это просто, ну, как бы вот, скорее всего, наверное, топ. Их тоже из спортивного трикотажа. Street One. 42 размер шорты. Хлопок. XL размер футболка. Хлопочек тоже плотная. Юбка с подкладом. 22 размер. Вот здесь есть резиночки. Так, это на 146-152. Вот такой вот ветровка, как дождевик. И внутри у нас хлопковый подклад. Полностью по всей ветровочке. Здесь 40 размер. Танковка. Рукавчик тоже 3 четверти, по-моему, здесь. Так, 52-54 майка. Удлиненная, хлопок. Марка Пола. Платье. Здесь, скорее всего, эмочка. Размер. Атласное платье. Очень красивое по фигурке такое. И длина примерно до колена. Футболка. Размер SM. Джинсы 38 размер и 30 длина. Очень плотные джинсы от Old Navy. XL размерчик. Здесь это тоже спортивный трикотаж. Эсмара шорты М-ка без подклада. Джины Бинотти 52-54 размерчик. Это платье. Вот такое платьишко трикотажное. Очень легонькое. Задняя часть подлиннее, передняя покороче. Без рукавов. Юбка 38 размер. М размерчик здесь. Это тоже платьишко тоненькое. Шейн XS размер здесь. То ли это рубашка, то ли это... Ну, скорее всего, это платье. Рубашка, наверное, вот короткий рукав. И само оно тоже коротенькое будет с поясом. Хлопочек. Здесь эльчка, сверху плотный шифон, внутри подклад. Эль размер шорты, хлопок. Здесь эска, платьишко тоже шифон с подкладом, очень приятный цвет, прям глаз радуется. XS размерчик, это платье в рубчик, то есть такое лапша тоненькая. Бершка 40 размер, брюки. Сверху на резинке и пояс еще есть. XL размер здесь, это скорее всего ночная, наверное, сорочка. Вот хлопочек. Здесь платье футболка от H&M S-ка. Длинная, прям миди длина, то есть до пола. И есть разрезы по бокам. 2XL размер, это льняная рубашка. Коротенький рукав, внизу завязывается, очень классная на ощупь рубашечка. 42 размер, вот такие вот широкие бриджи, как кюлоты, наверное, без подклада. Так, XL, спортивный трикотаж, рубашка XL, коротенький рукав Columbia. S. Oliver, 46 размер, шифоновая блузка, короткий рукав. H&M М-ка, футболочка с перфорацией, спортивный трикотаж, тоненькая. Евро 42 размер. Здесь это блузка, что-то похожее на атлас. 2XL размер, танковочка. Спортивный трикотаж, очень хорошо тянется. На рукав 3 четверти. S-ка. Брючки, как бриджи, тоже тянутся достаточно хорошо. 36 размер. Это джемпер, вязаный вот такой в сеточку. И с люрексом. Кстати, сеточка тоже снова в моде. 36 размер, 30 длина. Джинсы плотные достаточно. Здесь элька. Блузка атласная, без подклада, тоненькая. 44 размер. Это штапельный материал, очень мягкая такая рубашечка, блузка. Брюки 42 размер. Летние с поясом брючки. Так, сейчас, секундочку.
Это H&M 42 размер блузка. Тоже немножко поблескивает. Очень красивая, тоненькая. Здесь 40 размер платье с рукавами. И достаточно короткое. Но очень симпатичное платьишко такое. И материал очень интересный. Здесь поло спортивный трикотаж XS размер. Вот такой топ шикарный тоже. Это Тезенис, кстати говоря. Скорее всего, здесь эмочка, наверное. Вот, с люрексом. Топ и с кружевом. Брюки Zara M размер. Трикотажные, очень, ну, такие как вязаные, да, брючки. И вот они широкие, как палаццо. Очень классные, красивые брючки. Так, М-ка. Маечка, хлопок. 3XL размер здесь. Это тоже как танковка удлиненная. XL. XL размер. Это опять же у нас поло. Спортивный трикотаж. Шейн S-ка. Свитшотик тоненький. М размерчик здесь. Евро 44-46 размер. Это у нас как джеггинсы, наверное, на резиночке. Сверху L-ка. Толстовка. Петелька внутри. Без начеса. Здесь 2XL размер. Поло. Спортивный трикотаж с перфорацией. Евро 36-38. Очень красивый джемпер и очень такой мягенький. Так. Джемпер и размерчик ML. А 52 даже вот так. Хлопковая нить. Шорты спортивные. XL размер заявлен. Здесь маечка L-ка. Хлопочек. Вот такая танковочка M размер Disney. Тоненькая очень. Джемпер как поло вот с воротничком. И размерчик здесь у нас 44. Блузка без рукавов XL размер. Очень красивая вот такая яркая блузочка. И сзади немножко вырез на спинке есть. Брекс 38 размер, это поло с рукавами, хлопок, брюки Элька, прямой крой, здесь 38 размерчик, опять же, поло с рукавами, блузка от H&M L размер, даже это футболочка без рукавов, но вот с таким вот декоративным элементом. 44-48 размер танковочка от Чибу. 40 размер юбка. Тоже, по-моему, H&M. Здесь, по-моему, 2XL. Да, 2XL размер. Это спортивный трикотаж. Шейн М-ка. Футболочка, грубчик. Здесь 2XL размер. Блузка. Рукав 3 четверти. Элька это Nike. Тоже спортивный трикотаж. Рубашка 2XL. Размер. Короткий рукавчик. Хлопок. Здесь S-ка. Это такая как джинсовка. Укороченная, как вот, джинсовый жакетик. Здесь L размер. Это футболочка, тоже что-то типа спортивного трикотажа. И вот видите, это как домашний костюм, либо пижама. Футболка, даже не футболка, а танковка. И размер здесь SM, очень приятная на ощупь. S-ка, это H&M платье. Хлопочек, 44 размер. Спортивный трикотаж, блузка, рукав 3 четверти. Здесь у нас танковка от H&M, тоже грубчик. И размер эмочка. И вот такой шикарный
жакет от H&M 54 размера. Очень красивый, даже, наверное, это пиджак. Возможно, это, скорее всего, мужской. Вот, с подплечниками. Очень приятный цвет. Так, смотрим дальше. Дальше у нас футболка без рукавов, Puma, XL размер, очень тоненькая, хлопочек. Шорты детские, джинсовые от TSM на 110-116. Здесь комбинезон тоненький, S. Oliver. И здесь, наверное, SXS, возможно, даже размер, хлопочек. H&M 34 размер. Это платье. Платье у нас такое шикарное хлопковое платьишко. Летнее. Длина в пол. Asos 32 размер. Леггинсы очень плотные. Спортивный трикотаж. Штапельные шорты размер S. H&M 34 размер. Вот такие вот кюлоты тоже. Укороченный немножко, наверное, 7/8 длина. Будет здесь SM размерчик. Футболка в рубчик. Топ даже коротенькая. 28 размер шорты. Джинсовые. Так, здесь у нас размер обрезанная. Размерная, к сожалению, этикеточка. Это трикотажные брюки. Здесь на резиночке с поясом. И размер, скорее всего, здесь M, может быть, даже L. Футболка S-ка, хлопок. 36 размер. Тоненькие джинсы, брючки. Хлопочек тоже. Street One, 40 размер. Это кардиган без застежек. 46 размер. Джемпер. Такой раскрешенный, свободный крой. M-ка. Маечка тоненькая с пайетками. 40 размер шорты H&M плотных джинс. Атмосфер 38 размер. Рубашка. Шифоновая рубашечка без подклада. Бершка 36 размер. Шорты плотные. Немножко удлиненные. Евро 44-46 размерчик. Футболка асимметричный крой. Здесь М-ка, это мужские брючки, скорее всего, домашние, либо для тренировок тоненькие. М размер, здесь XS размерчик, хлопок. М-ка, маечка со стразами. Здесь L-ка, футболка. Здесь, скорее всего, S размер, это рубашка-сеточка. С атласными элементами и с велюровым рисуночком. М размер, танковочка, внизу шифоновая вставка. Здесь S размер, плотная очень маечка хлопковая. 158-164 свитшот, анималистический принт. Здесь 40 размер, штапельная майка, топ. Танковочка 2XL размер, S-ка кардиган без застежек, удлиненный немножко, 38 размер, это штапельная блузка, юбка Арсей и размер, ну, наверное, 34 размер, вот она такая, плотный материал, держит форму. Здесь купальник, спортивный, похоже, купальник. Так, и это 18 размер. Есть чашечки, здесь на замочке, сзади вот так. Футболка М-ка, очень приятная такая хлопковая футболочка. XS размер, платье шифоновое. С подкладом, рукава без подклада. Здесь танковочка, как блузка, рукав 3/4.
S размер это свитшот Playboy с начесом внутри. Здесь у нас танковка. ML размерчик даже. Так. А здесь пиджак или жакет. Но он трикотажненький. Итальянский, скорее всего. Вот. Немножко есть подплечники. Небольшие. И размер 56. Вот. Хлопковый. Размер. Очень яркий. Красивый. Так, платье H&M 40 размер. Это шифон и атласный подклад. 3x60-62 размерчик здесь. Это платьишко. Вот такое красивое с бусинами, с кружевом. И немножко расклешенное к низу. Платье хлопковое. Достаточно хорошо тянется. 44 размер. Маечка. Здесь элька. Футболка хлопок. Это сарафан без бретелей. 40-42 размер. Вот здесь верхняя часть у нас на резиночке полностью. И достаточно длинный. А здесь комбинезон с рукавами домашний и размерчик M. Вот такие шортики с рукавчиками. 42 размер. Блузка, короткий рукав. 22-24 здесь размерчик указан. Вот такая маечка с плетеным кружевом. Сзади просто хлопковая. H&M 40 размер платье с рукавами. Очень красивое и приятный такой материал. M размерчик здесь. Это танковочка тоже удлиненная. M-ка футболка хлопок. 22-24 размерчик указан. Передняя часть атласная, сзади как футболка просто. 38 размер, это Street One. На резиночке ворот. 36 размер джемпер. Вот такой вот анималистичный. Эска, танковочка, хлопок. Очень приятная, тоже тоненькая. Здесь Рибок XL размер. Брюки, спортивный трикотаж. XL размер заявлен. Ну, мне кажется, все-таки это, наверное, к L-ке ближе. Вот, хлопочек. XL размер здесь. Шорты, они двухслойные. И оба слоя, получается, с перфорацией. New Collection, скорее всего, это платьишко. Открытые плечики. Вот такой немного расклешенное совсем. И размер где-то M, наверное. 40 размер H&M. Блузочка не тянется. 29 размер. Это бриджи джинсовые. 44 здесь размер. Футболочка. 36. Штапельная блузка. Здесь S-ка. Это платьишко без подклада. Дальше у нас бриджи трикотажные. Размерчик 42. Вот, хлопочек тоже. H&M M-ка. Это маечка удлиненная немножко. Сзади подлиннее, спереди покороче. 2XL размер шорты. Здесь, наверное, тоже 2XL. Может быть, 3 даже XL размерчик. Это майка. Плотный хлопок. XS размер. Вот такие вот бриджики. Спортивный трикотаж. И здесь размер XL. Ветровка. Без подклада. Как джинсовка. Практически такая. На ощупь как джинсовая. И еще есть некоторые аксессуары в этом лоте. Вот такие гольфы. Так, размерчик. По-моему, здесь не указан. Ну, это где-то, примерно 30, до 37-го, наверное, размера.
разные расцветочки. Вот такие вот красивые гольфы. Есть две велюровые такие салфетки, либо это, может быть, платочки, не знаю. С двух сторон они велюровые. Вот такой шикарный шарф, платок, палантин. Очень тоненький, но больших размеров. Очень тоненький, хлопковый. Бюстгальтер 75C с косточками, но без чашечек. Очень тоненький, прям видите, вообще нарисованный на лето как раз и очень яркий. А здесь купальник от H&M, 42 размер, плавочки. И здесь у нас 40 размер вверх. Купальник слитный от H&M, сплошной, 38 размер, вот, шикарный. Здесь тоже купальничек с чашечками, это 42 размер. Вот такой лиф XL размерчик. Без чашечек, без косточек. Очень тоненький, тоже летний. Купальник. Здесь тоже, видите, сплошной купальник. Но вот он такой интересный, оригинальный. И размерчик здесь S-ка. С бахромой. Бахрома, кстати, тоже на пике моды сейчас. Esprit. Это 85B. Такой прекрасный. Это тоже, скорее всего, бюстгальтер. Просто. То есть не, может быть и верх от купальника, но он без чашечек, просто на косточках. Здесь спортивный бюстгальтер от H&M S-ка. Очень плотные здесь чашечки. И есть косточки тоже. Тоже спортивный топ. 2XL размер. Вот. Спортивный топ, опять же. Ну, здесь, наверное, S-очка. Может быть, максимум M. Бюстгальтер без чашечек, но на косточках. Это 90B. Вот велюровый рисунок у него. Такой очень симпатичный, широкий. Сзади, то есть это перемычка широкая. Это H&M топ в рубчик. Евро 75D с чашечками. Лямочки регулируются. Здесь вот такой корсет. Корсеты, кстати, тоже опять вошли в моду. И это у нас размерчик. Я, наверное, не скажу. Но это где-то, наверное, S-очка. Размер. Он полностью с косточками весь. Вот такие интересные трусики S размер. Вот. Они здесь бархатные. Стринги. Низкая посадочка. Здесь шорты M-ка. Шорты, скорее всего, как тоже как пижамные, домашние. Внутри атласные. Здесь кружевные сверху. Низ от купальника Элька в рубчик. Очень красивый цвет, яркий. Мужские боксеры, спортивный трикотаж. Это М размер. И вот такие мужские плавки высокие от Old Navy. Это Элька. Это весь лот. Подробности под описанием. Спасибо за внимание.